на пистолете, мама, тебе бота спиздили, ебать. Пацани меня сразу, перечь, уебан. Ну, алло. Ты мудила, блядь? Не, он уебан. На нижнем. Да, на первый этаж. Что вы делаете, два долбоеба? Они свет выключают. А все норм? Я больше с магами никогда в жизни не общаюсь. Зачем мне сюда? Ебан. Ладно, спасибо за игру. Ой, блядь. Блядь, ты косой. Блядь, ты косой, блядь. А что случилось? Мага меня начал хуярить почему-то. Слава заныл. Че, режим нысика. А, так что, мы не играем уже или что? Не, да, все. Спасибо, маг, за игру. Ой, блядь. Да. Слава хотел с самого начала ливнуть, искал причину, ебать. Подожди, кто хотел с самого начала ливнуть, ебанутый? Ты бы не ливал, если бы. Ты конченый, блядь. Ты меня хуярить начал. Какой смысл играть за лобоевым, блядь, в команде обосранным, блядь. Я тебе единственное, куда тебе больше позабыть, хуй сосать, нахуй, вонючий мой. Ебало закрылся. А то что, нахуй? Ну, сочешь на коленочки упадешь, блядь. Че ты спичка, блядь? То что, приедешь, блядь, ко мне в ладошки залезешь, блядь, будешь как, блядь, палочки для роллов, блядь, кушать, ебать. Не, супита, блядь, хуевое настроение, пошел нахуй, типа, ну. В смысле, хуевое настроение? Я же за рофлю просто. Серега. Причина ливать. Так а зачем? Типа, ну нахуя передали. А чё ты вышел? Ну бля, мы там. Не мага нахуярил. Мы когда играли, у нас было много ситуаций. Чё в этом такого? Да мага это забей с ним вообще. А чё, Слава разнылся? Да, пиздец, заплатил. Я так киски гуль, мне похуй. Бля, шкалеры, а нахуя тебе... вы это пишете? Вы думаете, что я сейчас типа взорвусь или что? Мне вообще похуй, бля, ебанут. Слава, не плачь, да мне похуй. Я в смысле, я сказал, просто не хочу, я прошу тебя там подсадить, у меня ебашит, бля. Ну нахуй мне так блядь, играть. Ты, блядь, Слава, ты говоришь, подсади, еблан, я тебе даю пулю в лоб, ты начинаешь меня хуярить, и уже идет перестрелка, дуэль, блядь, один на один. Ну и чё, блядь? Нет, в смысле, брат, я ж тебе ничего не говорю, ты просто... Нет, ты просто для меня долбоёб теперь, и всё. Нет, блядь, и ты потом ливаешь, и, блядь, ты сам понимаешь, что ты, ну, провоцируешь это всё на меня. Ну ты же должен... Нет, так в смысле, ты просто для меня теперь долбоёб обосранный. Нет, ну, блядь, ну по факту, ты говоришь про цифры, я тебе и ты ебаешь. Девочки! Рисуйтесь! Ты просто для меня сперма теперь ебаный и все, то есть, типа, ну так. Ты же делаешь, ты же то же самое. Ну, вообще, ты вообще, ты то же самое, но тебе... Давайте на меня нападайте, вы что, серьезно? Не понимаю, да блядь! Пожалуйста. Никто не спорит, что в нормальной игре я не должен по тебе стрелять, но это же фановая игра, ты да все, брат, я просто сказал, что уебок, и все. Ебать, карта прикольная. Да вы два уебана, вообще. Бля, я не могу ее вообще повторить, это... Ну что ты здесь делаешь, долбоеб, как тебя нахуй ветер несет, ебаный, блядь. Давай. Стив, ублюдок, блядь! На нахуй. Бля, XLR, я тебя в Москву переехал, хули ты его игноришь, блядь. Сука, вы заебали, блядь, вы чё, больше чё-то знаете, блядь, больше, чем другие люди и так далее, блядь, в чём проблема, нахуй? Ну хоть ты это пишешь, старина, блядь, своей жизнью занимайся, сиди заполняй дневник, блядь, точи карандаши, нахуй. Вот и лезешь, блядь, старина, блядь. И займись, блядь, открой пенал, нахуй, блядь, достань тетрадь, блядь, сделай домашку, блядь, по алгебре, блядь, ёбаный рот. Бля, Слава, ну это ЧСВ? В смысле, конечно, ЧСВ, блядь, пошел он нахуй, ёпта. Мне вообще похуй, куда он пишет, блядь, я знаю, какие у меня отношения, блядь, с другом, ёбаный рот, блядь, куда он лезет, блядь. Я сразу сказал, блядь. Ебать, ты токсичный сегодня. В смысле, мне Кент какую-то хуйню выписывает, блядь. Пусть ебать нюхает пиздятинку, блядь. Дай. Да, Славик, деньги тебя изменили. Клава, ты стал быдлом. Зазвездился. Бля. Блять, я реально лучше нахуй не читать чат, это пиздец, блять. Это провал нахуй. Б,
Блять, у меня большая просьба, вот кенты, которые вот эту хуйню писали, блять, больше не заходите на трансляцию, блять. Вообще реальный респект будет. Реально вообще респект будет. Да блять. Типа, если не будете заходить, типа, это будет просто охуительно, блядь. На Твиче куча других стримов, блядь. Пацаны, посмотрите, не тратьте время, блядь. Ладно, хуй тени-то. Спасибо Кибершоку за карту. Хеллстор уже более 5 лет приносит сотням тысяч людей радость. Сайт имеет 2 игровых режима, рулетка и монетка. В рулетке вы ставите ставку, и в зависимости от того, сколько поставили другие игроки, вы получаете определенный процент на выигрыш. Если у вас 5 человек, каждый поставил по $10, то каждый имеет по 20% шанса на выигрыш общего банка в $50. А вот если вы поставили $300, а другие игроки по 40, то ваш шанс забрать общий куш, сами понимаете, очень велик. Что же за режим монетка или же коинфлип? Вы видите кучу комнат. Смотря от того, насколько вы богаты, залетаете в одну из них. После подбрасывается монетка, если выпадет ваша сторона, то вы забираете предметы соперника, шансы у вас 50 на 50. Вот так круто, а также можно самому создать комнату на CoinFlip. Поэтому, чтобы стать немножечко богаче, переходи по ссылке в описании и вводи мой промокод Ruffles, который даст тебе 60 центов просто за регистрацию. Делай богаче свой инвентарь вместе с Hellstore. Бля, это же вообще пиздец нахуй. Внимательно посмотри, как он двигался, в конце небо не хопил, тут движение важнее. Да я уже понял, но это, блядь, слишком такая потная хуйня. Ну, как все поменялось раньше форта, сейчас КС? Как относишься к Кукичу? Типа 20к онлайна стабильно. Да нормально, красавчик. Там Катюхе капусты передал. Это подарок малому, я хочу купить. Хочу, чтобы он кайфанул, я хочу ему VR-очки купить. Ой, блядь. Сейчас я хочу какой-то один нормальный комментарий выцепить по факту, блядь. Бля, мне просто не нравится, как какие-то кенты рандомные лезут, блядь, в мои отношения, блядь, с друзьями, нахуй. Я говорю, что у меня, блядь, день рождения племянника, блядь. Я еду на день рождения к племяннику. Мне, блядь, кент пишет, что я, блядь, приехал в этот. Илюха, ради тебя в Москву переехал. Я с Илюхой, блядь, когда я не хотел никуда ехать, блядь, ебаный футбол играть, я поехал, блядь, ролик с ним снимать. Я прекрасно знаю, какие у меня отношения с этим человеком, блядь. Вот ты нахуй пишешь, блядь. Что там с Лего? Что-то пока не очень идет. Фу, ладно, все, пацаны, давайте вам хорошего дня.